Сегодня в нашем городе проходит Федеральный день молодежи. В этом году Владивосток попал в число 15 городов России, где пройдет этот большой праздник, объединяющий десятки тысяч молодых людей по всей стране. Амбициозные, перспективные, вечно позитивные. С праздником нас! В гуще событий на набережной Цесаревича находится моя соведущая Юлиана Синько. Юлиана, как обстановка? Рассказывай! Данил, впечатления самые невероятные, ведь на дне молодежи открывается море возможностей. Прокатиться на роликах, поймать лучи самого жаркого солнца, пройти курсы по черлидингу, собрать самый большой кубик Рубик и по максимуму реализовать свой потенциал. Сейчас расскажу все подробнее, не переключайся! Прямо сейчас я нахожусь в деревне реконструкторов, где максимально реалистично воссоздана эпоха средневековья. И прямо сейчас у меня появится уникальная возможность выстрелить из римского стреломета скорпион. Давайте попробуем. Ну а за стражу порядка на дне молодежи отвечают дружинники. Сильные, смелые парни. Расскажите, как вы несете службу? Какая ответственность сегодня на вас возложена? Несем службу хорошо, спокойно. Происшествий не было, не допущено. Все нарушения пресекаются. У меня образ воина Скандинавии, довольно-таки популярный в реконструкторской среде. Кольчуга, клёпоносечённое копье, меч и обувь. Ярких каких-нибудь впечатлений, интересных событий и, в принципе, узнать что-то новое. Круто, что в нашем городе вообще проводятся такие мероприятия в целом. Есть реально талантливые ребята, там кто-то на великах катается, кто-то, ну, ты узнаешь реально много, что в городе есть. Зельда, скажи, пожалуйста, как ты из компьютерной игры оказалась на дне молодежи во Владивостоке? Я очень люблю просто настольные игры, и мои друзья пригласили меня сегодня как раз-таки поучаствовать на Дне молодежи на стенде настольных игр «Сложные игры» называется. В первую очередь я хочу просто здорово провести время, посмотреть на старых друзей и знакомых, потому что такие мероприятия собирают всех друзей и знакомых, и очень рада просто с ними увидеться. Зельда, но прямо сейчас мы отправляемся к твоим коллегам, компьютерным героям из виртуального мира. Ведь на дне молодежи во Владивостоке возможно все. На День молодежи мы собрали картины из 1000 кубиков капитана Джека Воробья. Также мы собрали картины из 450 кубиков Рубика Пикачу. Целый день, большой блок мероприятий происходит на главной сцене, а вечером здесь выступит, будет проходить большой блок церемонии награждения медалистов, стабальников города Владивостока, молодежный вектор. Сегодня именно здесь люди, внесшие вклад в реализацию молодежной политики, получат благодарности и награду от главы города Владивостока. И завершится все большим праздничным концертом. Мы город молодой, мы город активный, город, у которого огромные перспективы, причем по всем возможным направлениям. А когда молодежь видит возможность для творческой, коммерческой, там, ну, там, в том числе предпринимательской, волонтерской реализации на территории, у них всегда есть возможность и желание себя проявлять ярче и ярче. Ну и, конечно, рассматривать возможность не только здесь жить, но и привлекать ребят, которые бы приезжали сюда и там уже территорию нашего любимого города воспринимали как абсолютно свою, влюблялись в город Владивосток и реализовывали проекты уже там не где-то у себя на условно малой родине, а в нашем замечательном городе. Я бы искренне хотел, чтобы все инициативы, весь тот пожар, как бы, вся та энергия, которая у вас сейчас бушует, она была направлена на созидание и созидание именно в нашем родном городе.